Да, бой между Султаналиевым Тимерланом и Исраиловым Сардарбеком мы с вами увидим. На сей раз парень из города Ош, Тимерлан Султаналиев, против очередного узбекского бойца, чемпиона Узбекистана. Объявит этих ребят Кайрат Мусаев. Вот, собственно, оба уже в октагоне. Итак, справа от меня боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 180 сантиметров. Команда Лига. Тренер Бабуев Энурбек. Уроженец города Ош. Ему 22 года. Встречаем. Султаналиев Темирлан! И его соперник слева от меня в красном углу. Весовая категория 66 килограмм, его рост составляет 174 сантиметра. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Мастер спорта по кикбоксингу. Клуб «Ахмат», тренер Надыр Кадыров. Узбекистан, Ташкент, ему 24 года, встречаем. Исрогилов Садырбек! Пальцы в середину. Да, собственно, оба бойца профессионала, не первый бой в карьере. Султаналиев Тимерлан, парень, которому 22 года, собственно, на пару лет старше его Исраилов Сардарбек, представитель ташкентского филиала клуба «Ахмат», тренируется у Надыра Кадырова. Посмотрим. Узбекский боец в синих трусах. Султаналиев Тимерлан. Сейчас спиной к нам в черных. И стартовый выпад сразу же от Сардарбека. В 20-й секунде. В итоге он даже подскользнулся. И сам себя уронил на настил. Прикольный прием сейчас использовал Султаналиев. Просто телом воспользовался, чтобы стукнуть оппонента об пол. Вот он продолжается. Да, вот такая тактика. Я даже не знаю, с чем сравнить. Тактика наковальни, да, какой-то. И в итоге он выиграл позицию в этой ситуации, раскрывает ее полностью, очередные удары отлично исполнил, совсем не тушуется, хорошо сейчас сжал, казалось, руку, но все-таки Сардарбек вырывается. Да, здесь отгоняют секундантов. Нельзя подходить. Нужно стоять в собственном углу и наблюдать. Развернулся Исраилов. Опять-таки пользу это ему не принесло. Сам все прекрасно понял и возвращается на исходную позицию. Вновь подтягивает Султаналиев к краю октагона и продолжает рубить просто оппонента. Да, без шансов здесь уже. Не было сил вязать, защищаться. Сардарбек проиграл в этой ситуации. Ну и вот, собственно, проиграл он, наверное, в этом моменте. Выпад неточный. И упал на настил. Ну а дальше в партере Султаналиев классно над своим оппонентом разобрался. И уже счет 3-2. Об этом бою в первом раунде. За 2 минуты и 3 секунды техническим нокаутом победа одержал Султаналиев Тимерлан! Приглашается. Ну, традиционно. Мы вышли поздравить победителей, памятные медали и подарки, фотографии
А мы ждем уже следующего поединка. Абдувахидов Джахангир против Конор Баева Улана.